Жителям восточно-казахстанского аула Бестерек теперь не придется далеко ездить за медицинской помощью. В селе появилась своя амбулатория, оснащенная по последнему слову. На ее строительство из бюджета выделили 150 миллионов тенге. Точно такими же поликлиниками теперь могут похвастать жители еще трех поселков. Екатерина Абрыник продолжит тему. Эта новая врачебная амбулатория для жителей аула Бестерек была долгожданной. Прежде приболевшим приходилось ехать за медпомощью в райцентр. Теперь еще в трех поселках открыты такие новенькие амбулатории. Каждая обошлась республиканскому бюджету в 150 миллионов тенге. Но здоровье бесценно, говорят в ауле, и не нарадуются тому, что в новой больнице и кадры под стать. Молодые, но опытные и работящие. Старший врач Марина Сергиенко получила здесь жилье, но признается, что это не единственная прелесть. Здесь уютно. Медицинские аппараты новые, больница вся укомплектованная. Мне здесь очень нравится, население очень хорошее, хорошо относится. Здесь я получаю больше навыков, как я думаю, что это лучше начинать свою карьеру с сельского округа. В прошлом году в районе остались работать 7 молодых специалистов. В этом году прибудут еще 9 врачей, получившие образование за счет гранта Акима области. Сейчас местным медучреждениям нужны 23 медработника. Это акушеры, гинекологи, невропатологи, анестезиологи. Но все же проблемы постепенно решаются, даже если апеллировать к беспристрастным цифрам. По сравнению с первым кварталом 2013 года, младенческая смертность снизилась в 3 раза. Заболеваемость туберкулезом снизилась на 10%. Раннее выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях увеличилось в 2 раза. Новым больницам новое оборудование. Совсем скоро здесь планируют купить 9 карет скорой помощи и аппарат УЗИ, который будет определять отклонения в развитии детей на ранней стадии. Такая новинка будет стоить областному бюджету 15 миллионов тенге. Катерина Брынюк, Саруар Кабдулла, Медет Амирханов, Восточный Казахстан.